Дорогие девушки, в честь 8 марта мы нашим мужским коллективом группы PR1279 приготовили для вас небольшое видео поздравление. И вот что из этого получилось. Милые девушки, позвольте мне вас поздравить с Международным днем 8 марта. День любви, красоты, нежности. Будьте такими всегда, веселыми, молодыми и красивыми. Пусть в жизни вас всегда сопровождает удача и любовь. Все остальное приложится. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго. Дорогие девушки, мы стараемся для вас быть лучше, лучше и лучше. Пацаны, шокеры, девки бегут! А Паша старается особенно. 11, 12, 13 с лобком. Два хлопка! Три хлопка! По щелочкам! Я по щелочкам! Милые дамы, в честь 8 марта Паша и Рома подготовили вам песни. Опа, братцы! Около вас мир зеленеет, около вас солнце теплеет, около вас мы понимаем, что счастье есть, когда мы здесь. Дорогие девушки, мы еще раз вас поздравляем, а именно Ирчика, Эчка, Рыжика, Алифирку, Карину, Наташу, Свет, Морозка, Жменьку, Лизочка и Румяшку, Маришку, Стасю и Танюшу, а также опа! Людмила Васильевна. Наша мова Соловьина. От создателей адской кухни новый проект «Адский учитель». Что такое? Списываем, да? Нет, мастер-учитель. Вы не кто, это муж мастника. Да, мастер-учитель. Вы матросики. Да, мастер-учитель. Я сказал, что мы идем полезать кузовок. Да, мастер-учитель. Дорогие девушки, мы еще раз вас поздравляем и поздравляем Рыжика, Эльку, Ирчика. Дорогие девушки, мы еще раз вас поздравляем, а именно Рыжика, Эльку, Ирчика, Оливка. Списываем, да? Нет, все хорошо. Дай списать. Что такое? Списываем, да? Нет, все отлично, мы сами все делаем. Да? Да, и мэнни, кстати. Что такое? Списываем, да? Я не понял, списываем, да? Вы не кто-то за всех.